Друзья, всем привет! У нас, знаете, погодка так себе. Дожди, но при этом то очень холодно, то как бы даже жарковато. Поэтому сегодня я одела толстовку и жилетку свою, потому что, ну, я тупо уже не знаю, что и как одевать. Вчера мне было безумно жарко, и дождь шел утром. Сейчас я хожу, дождя, я понимаю, что нет. Но он сегодня на целый день по прогнозу. Еще, друзья, мне пришла посылка. Посылка с израильского магазина Top Ten, там, где всякая атрибутика такая, заколочки, резиночки. Там есть бижутерия, там есть позолота, есть серебро. Мне любопытно посмотреть вообще самой. И доставка такая очень интересная, я у Антона спрашиваю. Я говорю, мне тут прислали адрес, как бы я знала, то, что у нас в Ришине, на Герцель 15, я говорю, написан какой-то шкафчик с каким-то кодом, говорю, типа, ну, не как обычно, я привыкла получать посылку, ты приходишь, говоришь номер посылки, типа, и все. Он, а, не, есть такая тема, да, окей, так что после работы, я думаю, Антон меня подвезет еще туда, чтобы мы забрали посылочку. В общем, мне очень любопытно и интересно. Бокертов. Манишма. Как мы вчера с Ромой поговорили на иврите. Надо с ним почаще такие сценки, короче. Глядишь, чему-то и научусь. С Максом. С Максом? Да Макс вообще, он, понимаешь, он и на иврите, и на русском, все как-то смешано. Это вообще... Не, я имею в виду, что он... У него все в кучу речь. Слово на русском, три на иврите. Такое. Не, ну я по смыслу вчера что-то понимала. Так что уже... Прогрелся, думаю, что отдали чем-то. Да ну нормально, мы в куртках сидим, чё. Что, убрать? Ну, а зачем? Ты сейчас на заправку хочешь? Или потом? Сейчас? Заправка то святое. Ой, это вообще не заправляется. Рома заправляется в стоках. Ой, все, не надо. Говорил, вот не надо мне. На стока же. Вот не надо мне. Я один раз заправлялся. Не важно. Гляньте, гляньте, лужи какие. Слушай. Я звонил. Еще в 7 утра лил дождь. Сейчас нет. Кому, Роме звонил? Они определились с планами на сегодня? Вчера мы немножко с ребятами посидели вечерком. Я практиковала иврит с Ромой. Это вообще, конечно, насмеялись. Не, меня, знаешь, рассмешил тот момент, когда он начал говорить, где ты конкретно? Я говорю, о тебе. А? А, полиция, да, здесь они любят стоять, прессовать. Они, я тебе больше того скажу, они сейчас стоят очень много где, в начале войны такого не было, а сейчас они снова взялись и с такой конкретной интенсивностью, я тебе хочу сказать. Пойди посмотри, в том доме может быть. Кого? Посылки в том доме. В каком? Я сама не пойду, Антон, я не понимаю. А где ты вообще читала этот адрес? В смысле, когда заказывала посылку, и здесь написано Ротшильд, ой, Герцель 15. А, это 13. Значит, это уже с заправки. Да, ну пойдем сейчас получим, если время. Я же не знаю, какие они работают. Понимаешь? Где? Что-то не пойму. Коды там какие-то, я первый раз такой, какие-то ящики. Типа, ой, камеры хранения какие-то. Пошли, у меня же аппликация. Чё? Да, да, есть. Ой, 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 какие-то коды. Сейчас. Ууу, класс, спасибо. Не за что. Спасибо большое вам. Ууу, я получила посылочку, класс, класс. Мне помогли. Я довольна, я как слон, ребята. Вообще. Он говорит, у вас заговорит коды есть? Говорю, конечно. Конечно. Я еще думаю, какие коды, какой шкафчик, какой... До заправки я вышел, посмотрел, это 13. Ну. А куда я посылки отдавал, где вот там магазин мультимедиа, это 21. То есть где между?
Значит, точно. Но мне Рома говорил, что за свадебным салоном, где-то вот там вот. Но... я получал, есть еще e-post, красненький такой. Вот я помню, для клиентки. Ну окей, но дело в том, что с кодами у меня первый такой опыт. Какие-то ящички. Короче, я понемножечку... Боже, Антон, что случилось? Чуть не выпало. Первый мой опыт. В общем, понемножечку учусь. Всякие такие онлайн-заказики делать. Оплачивать, получать. Сейчас Антона перекосит, да? Особенно от слова оплачивать. Что такое? Катя. Нет, ну, как? А что, как тоже возят в Катницу? А ты видел, там писал линии будут 10-300? Не, еще не видел. Вообще. Где? Это ж тиква, там еще что-то. Сегодня нет. Так рада тебя, да? Ну, так. В общем, друзья, езжу я с Антоном немножко, Мишлуханю. Он меня забрал с работы и, в общем, катаюсь, чтобы ему было веселее, так сказать. Там погода, дождь. Так любопытно открыть посылку, блин. Но нет, я терплю до дома. Посмотреть, что там как. Такой райончик, конечно, с такими высоточками. Вай-вай просто. Просто вай-вай, красотища. Вообще. Ребят, короче, машинка Барби, походу. Ну, по-моему, там парень за рулем. Наверное, какая-то рабочая. Ну, догоняй ее. Не? Итак, друзья, распаковка. Магазин Топтен израильский, магазин аксессуаров. И достаю вот такой пакетик с некоторыми товарами. Итак, первый товар — это вот такая вот заколка, крабик. Типа там а-ля под жемчуг. Давно хотела себе такую заколку, крабик. Не знаю, как я им буду пользоваться, на самом деле. Насмотрелась кучу там видеороликов в ТикТоке и так далее. Как делают особенно кореянки себе. Типа улитку-ракушку такими крабиками. Так, это то, что касается аксессуаров для волос. Следующий товар — это вот такие вот резиночки. Здесь 3 штучки. А сами бантики с эко-кожи. Прикольная задумка, на самом деле. 3 цвета. Такой типа слоновая кость, черный и пудра. Сзади сама резинка черная. То есть, ну, прикольненькие такие. У меня еще такого плана не было. Далее бальзам для губ Top 10 Apple. Яблочный, надеюсь, только аромат, ну не цвет. Попробую. Я обычно такими бальзамами всегда пользуюсь и покупаю в основном в Сакаре. Я беру клубничный, он еще дает такой легкий розоватый оттенок. Надеюсь, здесь зеленого, я говорю, не будет оттенка. И самое такое, что мне хотелось попробовать, в качестве носки еще, по качеству, как это будет носиться, потому что по золоту, повторюсь, я не пробовала носить никогда. Насколько оно носится долго, не слазит, там, не знаю. 14-каратное золото покрытие, и здесь вот такие вот сережки-кольца. Я очень давно хотела себе такие именно колечки. Прикольные. Надеюсь, носиться они будут больше, дольше, точнее, чем бижутерия обычная. И еще одни сережки, тоже позолоченные, в другом немного формате, но достаточно милые. Вот такие вот тоже небольшие сережки, висюльки вот с таким вот камушком. Сейчас не хочу ничего распечатывать, они здесь еще, знаете, вот такой пластик. Прозрачный. Пока не распечатываю. Но тоже такие прикольные. Я же говорю, будет мой первый опыт с позолотой. В общем, я не выдержала и распечатала вот эти вот сережки. Здесь еще камушек. Он достаточно красиво переливается. Цирконий.
Очень мне нравится вообще красотень, милота. Вот таким получилось видео, друзья, с распаковкой вот таких интересных товаров. Так что всем большое спасибо вам за ваше внимание, за ваши просмотры, за ваши комментарии. Подписывайтесь дальше на мой канал, ставьте палец вверх, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Всем до скорой встречи, хороших выходных, всем пока-пока!